Болевое конвоирование – специфический прием, который позволяет болевым воздействием подавить у объекта волю к сопротивлению. Причем характер захвата не дает ему возможности освободиться, но позволяет передвигаться. Большинство приемов конвоирования – это болевые приемы на суставы рук в стойке. Для повышения надежности приема могут использоваться надавливания на глаза либо на горло. Эти приемы позволяют дозировать болевое воздействие вплоть до причинения противнику серьезной травмы, если он слабо реагирует на боль. Это бывает необходимо, когда вы проводите задержание в одиночку. Одиночное конвоирование целесообразно проводить с подхода, то есть внезапно атакуя объект. Прежде чем атаковать, обязательно оцените телосложение объекта, ваше взаиморасположение и дистанцию, готовность его к сопротивлению, а также одежду, вашу и объекта. От этого зависит правильный выбор приемов и успех задержания. Одиночное конвоирование с подхода обязательно должно начинаться с подготовительного действия. Его цель – отвлечь внимание объекта, заставить его принять положение, удобное для проведения намеченного приема, и ограничить на секунду или долю секунды возможность сопротивляться. В это время и проводится взятие на конвоирование.